глава Северского района принял участие в голосовании. Андрей Дорошевский с супругой стали первыми, кто выполнил свой гражданский долг. Уже в 8 утра руководитель муниципалитета проголосовал на своем избирательном участке, который располагается в детском саду номер 4 станицы Северской. Принял участие в выборах и председатель районного совета депутатов Владимир Захарченко. Его избирательный участок МБУ СОШ номер 59. Выборы продлятся с 9 по 11 сентября. Напомним, что жителям Северского района, помимо кандидатов в депутаты законодательного собрания края, предстоит выбрать глав Ильского, Смоленского, Шабановского, Новодмитриевского и Калужского поселений, а также депутатов в районные и поселковые советы взамен выбывших.